Вернулись? Как все прошло? Зверь нас больше не потревожит. Ого, как хорошо-то! Старине Гарму конец, ведь так? Да, вроде. Атрей, ты хочешь пойти в Асгард, несмотря на все, что он сделал? Этого мне не понять. Но я очень надеюсь, что ты вернешься с чем-то полезным. Я тоже надеюсь. Вот, я знаю, что Один задумал. Вот что волнует его больше всего. Больше Рагнарёка и вообще. Это маска. Кто-нибудь узнает? Маска? Хм. Дохлый номер. Он с ней носится, сколько я его знаю. Я уверен, великаны просто разыграли его и все. Ну хорошо. Нет. О нет, Мими. Маска реальна. Работа не великана. И лишь немногие из них видели ее в грезах. Они не знали, откуда она, но верили, что она поможет раскрыть тайны мироздания. Это оракул? Нет, гораздо больше. Представь, что ты один владеешь бескрайним знанием. Это то, почему Один пытал меня. А ты что скажешь? Узнаешь? Нет. Этой идеей он не хотел со мной делиться. Я вот что скажу. Даже когда Один не лжет, его намерения ложны. Так или иначе, мы не можем отвлекаться на это. Наша цель — Хеймдаль или нет? Мы перепишем судьбу по-другому. Тогда я вернусь в Ванахейм. Раз мы не будем сражаться с Одином, я помогу брату свергнуть его. Мы придем к ней, когда сможем. Отец, я хочу изучить свои заметки насчет маски. Придумать какой-нибудь план. Но если ты куда-то отправишься, я с тобой. И послушайте, простите меня за то, как я отсюда ушел. Вы ведь знаете, я бы ни за что не причинил вам вреда. Ну, если ты способен нечаянно превратиться в медведя, то всякое может случиться. Так вы меня простите? Конечно, Атрей. Мы знаем, что ты это не со зла. Синдри? Я прощу тебя. Со временем. Ладно, уже что-то. Раз уж мы говорим об ошибках, я надеюсь, что вы простите меня за бездействие во время нападения скитальцев. Какие бы взгляды на насилие у меня ни были, они не должны влиять на мои действия, когда ваш дом подвергся угрозе, особенно со стороны нежити. И все же я взялся за щит, а не за меч. Ты правильно указал мне на это, друг мой. Если подобное произойдет снова, я буду готов. Хорошо сказано. Надеюсь, так и выйдет. Хочешь, могу тебе топор наточить. Это я мастерски делаю. Благодарю. Так ты цел? Чтобы меня свалить, кучки вонючих костоедов будет маловато. Или вы чего ждете? Что я замотаю голову тряпкой и буду старательно страдать? Меня вообще-то ранил медведь. Как по мне, скорее погладил. Брат,
прежде чем мы отправимся к Фрейе, подумай, нет ли у тебя неоконченных дел в других мирах? Парнишка был бы рад помочь. Твоим топором давно пора заняться. А ну дай его сюда. Эх, как был красавец, так и остается. Ну, что делаем? Ого! А я хорош, да? Хорошо.
такой броне даже занозу не посадишь. А пареньку? Ну что, решился? Так и воняет Мидгардом.
Подожди! Мы с тобой. Хорошо, у меня к вам важная просьба. Пес Хеля больше не опасен. Ну, конечно. Вы доказали, что на вас можно положиться, мастер Кратос. Простите, если в последнее время я вам дерзил или даже грубил. Утрата Нидхёг сильно на меня повлияла, а тяжелые последствия происшествия с Гармом только все усугубили. Искренне извиняюсь за свое недостойное поведение. Я не заметил. Ваша вежливость удивительна. Мое поведение было дерзким, почти на грани. Конечно, это доставило вам неудобства. Нет. Мои слова глубоко ранили вас, и теперь вы прячете от меня шрамы. Клянусь, мастер Кратос, я заглажу свою вину. Что ж, мне не стоит отвлекать вас от дел. Эй, мой совет. Вот что я нашел. У этого сильный характер. Хорошо, что я умею с такими управляться. Мир, что еще ты знаешь о Маске? Только то, что она была страстью всей жизни Одина. Ради нее он отправился через пылающий океан Эгера к самому сердцу безмолвной матери. Вся его команда погибла, но он утверждал, что она стоила и не таких жертв. Как Один вообще узнал о ней? Как-то ночью он услышал голос, заклинавший его найти маску и завладеть своей судьбой. Я лично думаю, это чушь несусветная. Один напился, убедил себя, что деревянная маска избавит его от всех бед, а потом все миры перевернул в поисках подходящей таинственной безделушки. Это наверняка обычная маска. Да, возможно. Побывав в Асгарде, я не могу представить там магний и моди. Их же Сиф воспитала, да? Она показалась мне хорошей матерью. Может, слишком беспокойной? Хорошей матерью? Это точно Асиф? Асы те еще извращенцы. Для них образец женственности — это ярая воительница и не менее ярая пьяница. Хватит. Потом продолжим. Мимир, расскажи еще про Яри. Покинув семью, он скитался по мирам в поисках чего-то неназываемого.
но эти странствия не принесли ему упоения. Пока он не встретил другого скитальца, который искал нечто похожее, неназываемое. Это был Сомбр. Надо найти последний ингредиент. Ты сказал, что никогда не считал Сив хорошей матерью. Она что, много пила раньше? Да. Они с Тором почти не бывали трезвыми. Жестоко расправлялись с врагами и также жестоко растили этих мальчиков. О чем ты? О, братишка, знаю, у тебя было нелегкое детство, но и ты не представляешь, насколько плохим оно могло быть. Представь, что знания в тебя просто вбивают насильно с утра до ночи. Тор воспитывал своих сыновей так же, как Один воспитывал его. Извращенное представление о мужественности, ковавшееся веками. Мрачное наследство, разоряющее наследников. Ну, Сив больше не пьет. Да и он тоже. Я прям-таки ошеломлен этой новостью. Да, он бросил совсем недавно. Но он очень любит свою дочь. Это многое объясняет. Сив верит, что, воспитав хорошую дочь, она исправит свои прошлые ошибки. А Тору тяжко. Видимо, она поставила ему ультиматум после какого-то случая. После того, что он сделал с Моди, когда тот нашел нас? О, интересная догадка, парень. Если такой уговор им помог, что ж, я за них рад, честно. Отец, там скрывается что-то злобное. Это ящер? Чешуя, берегись! Назад! Даже я почувствовал!
Отец? Там скрывается что-то злобное. Это Яша? Даже я почувствовал. Это что-то злобное. Это ящер? Сурово! Ты как, брат? Открывается что-то злобное. Берегись!
Открывается что-то злобное. Это ящер? Сурово! Ты как, брат? Сейчас бросится! Открывается что-то злобное. Это ящер? Открывается что-то злобное. Это я.
ящер! Меняю стрелы! Восхищаться этим или ужасаться? Так или иначе, все кончено. Берегись сзади!
Осторожно! Сзади! Справа! Давай, Кратос! Ёпа!
здесь в огне!
Мимир, если хочешь, накричи на меня за то, что я ушел. И чего я этим добьюсь? Тебе станет полегче. Нет, ты не решился доверить мне свои тревоги. Эту рану не так легко залечить. Прости. Не извиняйся. Это моя вина.